Краснодаре сегодня пройдет пресс-показ фильма «Лермонтовская сотня» о судьбе русского поэта. Картину снял документалист, руководитель краснодарской киностудии Валерий Тимощенко. Поэтическое наследие Лермонтова знают все, а вот каким он был воином – немногие. В гвардейской юнкерской элитной школе, которую заканчивал Михаил Юрьевич, верховой езде учили именно казаки, а на Кавказе он упорно изучал еще и горскую посадку, отметил режиссер, который перед созданием фильма глубоко погрузился в историю. Пресс-показ пройдет в Кубань-кино, первыми зрителями станут журналисты, педагоги и воспитанники Русской православной школы.